Всем привет, друзья! Вы на канале Зауральское подворье. Вот в сегодняшнем сюжете представляю вам несколько заставок, которые я слепил для своих роликов, чтобы было в начале ролика представить какую-то превьюшечку, заставка, превьюшка, кому как, и после ролика тоже какую-то заставочку поставить. Но вот собрал сайт, ссылочку на сайт я оставлю в описании. Смотрите, заходите, там есть и бесплатные, есть и платные заставочки можно сделать. Можно видео вставлять, можно фото вставлять, можно музыку вставлять, можно надписи какие-то писать. И, короче, посмотрите эти заставочки, которые вот сейчас в ролике прокрутятся. Выберите, которые наиболее вам понравились. Напишите в комментариях, поставьте цифру, которая вам понравилась, которая заставка будет более подходящая для моих видеороликов. Проголосуйте, поставьте лайк под видео. Конечно же, можете подписаться, если у вас такое желание возникнет, я буду очень рад. Ну а так, смотрите, что у меня получилось. Дилетантско, конечно, все это вышло, но тем не менее, как есть, так есть. Я не профессионал в этом деле, просто попробовал, вот что получилось. Отдаю на ваш суд. Поехали!